Привет, ребята! Меня зовут Михо. Сегодня я собираюсь на рыбалку. Снасть я у нас собрала. Погнали! Пробка, так что стоим еще минут 5 в ней. К нам такая красота. Но солнце уже садится, уже 6:30 вечера. Вот. И сколько машин сзади было, просто ужасно. Очень-очень много. Да, но возле берега, конечно, не очень. Да, я тут не порыбачу с обычной удочкой. Так что поеду в другое место. Но природа тут обалденная. Просто суперская. Какое место нашла? Боже, как тут красиво. Сейчас где-нибудь остановлюсь. Пойду порыбачу. Вон там он. Ну что ж, тут неплохое местечко. Такой красивый вид. Просто потрясный. Оставила тут машину на обочине. Ну что ж, пойдемте рыбачить, ёпта. Божечки, я иду на рыбалку. Я давно не была на рыбалке. Это было 5 лет назад, даже больше. Там мост, через который я проехала. Вот такие вот местности. Начнем. А, ребят, кажется, тут кто-то ловил рыбу. Вы это видите? Поплывок торчит. Тут течение, кстати. Поплывок остался. Надеюсь, я тут не это. Кажется, тут течение. Надеюсь, у меня тут ничего не застрянет, и я хоть что-нибудь поймаю. Да. Вот она я. Попробуем. Ну, если что, в крайнем случае... Поедем домой. Не в крайнем, все равно придется ехать. Окей. Ребята, смотрите, я поймала свою первую рыбку. Божечки, круть. А уже вечер. Ба, круто. Ну, в общем-то, ребята, я нарыбачилась. У меня застряла леска в воде. Я не могу ее достать. Там что-то, кажется, зацепилось. Вот. Поэтому, да, уже темно, тут комары меня кусают. Поэтому я сейчас поеду домой. Ну я поймала одну рыбку. Ура! Ну, в общем-то, ребята, мне удалось хоть спасти вот такой красивейший, прекраснейший какой-то, да, поплывок. Ну, а снасти, в общем-то, нету, да, вот она порвалась. Ну, хоть поплывок мне удалось спасти. Поэтому сейчас я собираю манатки и еду домой. Там есть одна рыбочка, да, которую я поймала. Ура! Ну что ж, вроде бы нашла дорогу. Возвращаюсь обратно. Так страшно. Ну, очень страшно ездить, особенно в незнакомых местах. А еще тут глушь. Я смогла выйти на дорогу. Теперь мне осталось доехать до дома, но я домой, не домой. Я еще там сегодня не была. Я сейчас поеду к каше. Вон буду хвастаться своей одной пойманной рыбкой, да. И жаловаться, что у меня застрял крючок. За что-то застрял, задел. Я спасла только поплывок.
Да, еще сейчас снимаю на B612, потому что на обычную камеру вообще не видно. Что я хотела сказать? Я забыла, что я хотела сказать. А, да. От меня еще пахнет рыбой. Я хоть потрогала одного червяка и рыбку, капец, мне воняет. Лицо, ребят. Ночной пейзаж, но очень плохо видно, потому что садится какой-то туман, странный туман. Вот, когда я сюда ехала, он уже был на горах, а сейчас он садится на машину. И стекла просто какие-то мокрые и мутные. А тут еще дорогу делают. Просто вау. Проезжаю мост и надеюсь, что пробки не будет. Ой, какой вонючий. Поплывок только спасла. Живая? Одна. Рыбак. Ты что, снимаешь? Да. Опа, это где поймали? Маришка на рыбалку ходила. Куда? Она похлеще тебя. Это. Смотрите, мой улов. Надо было деньги взять. Вот она живая. Ага. А, ты же, блин, блогер. Рыбка. А, блогер? А вы только... Прошли вот так. Тогда нормально, блядь. А что, ты предлагать можешь? Вот вы видите, это мой улов. Специально для стручковой фасоли. Она стручки называется. Спасибо всем, кто посмотрел. Всем пока. Подписывайтесь на канал, комментарии и лайки. Пока.